Добрый вечер, дорогие мальчики и девочки. Ой, здравствуйте, тетушка Дарья. Простите, что я немножко опоздал. Это все из-за снега. Из-за какого снега, Зубочек? От того, что на улице идет. Там такие крупные, такие красивые снежинки. Я любовался ими, любовался и опоздал. Ну ничего, а сегодня погода действительно чудесная. Mm-hmm. И снежинки, правда, как из прекрасной зимней сказки. Какой сказки? Новой, да? Тогда расскажите ее скорее. Ну конечно, расскажу. Oh. Слушайте, дорогие друзья, началась эта история однажды зимой. Ёжик Чуха и заяц Хвостик сразу после обеда решили поиграть в снежки. Они прибежали на свою любимую полянку и увидели там медвежонка. Он стоял у высокой мохнатой елки и смотрел куда-то вверх. По всему было видно, что стоит он давно, потому что на его носу и ушках лежали маленькие сугробы. Вот это красота! Чуха и зайчонок остановились и тоже посмотрели вокруг. И тут они увидели, что лес и вправду необыкновенно красивый. Вся поляна, и тропинка, и даже елки стояли словно засахаренные. А родничок, что у пруда, звенел хрустальными колокольчиками. Ой, и правда красиво, как в сказке. Даже еще лучше. Интересно, Хвостик, почему это из серой тучи падает белый снег, а? И почему все снежинки такие разные? И еще кружевные? Вдруг медвежонок закашлялся. И друзья посмотрели на него с беспокойством. Ты стоишь тут давно! Ты мог простудиться! Ёжик подошел к другу и потрогал его нос. Ой, какой горячий! Топтышка! Да у тебя, кажется, температура! Пока друзья укладывали медвежонка в постель, пока поили его горячим чаем с вареньем, прошло много времени. Но ни чай, ни варенье не помогли медвежонку выздороветь. Что же нам делать, Чуха? Надо спросить совета у старого филина. Он знает все на свете. Может быть, филин и для топтышки найдет какое-нибудь замечательное средство. И ежик взял свой любимый теплый шарф, покрепче завязал его на шее и отправился в путь. Вокруг все было так же сказочно красиво. С неба падали огромные снежинки, родничок звенел ледяными колокольчиками, а елки сторожили лесную тишину. Все вокруг замерло. Словно вот-вот должно было произойти что-то удивительное. Дядюшка Филин! Здравствуй, маленький ежик. Что случилось? Медвежонок заболел. Мы с Хвостиком так за него беспокоимся. Может быть, вы знаете, как ему помочь? Думаю, сегодня это не составит большого труда. Мы просто дадим ему немного живой воды, и он сразу же поправится. Живой воды? А разве она не только в сказках бывает? Сегодня ночью сказка спустится на землю, и мы сможем это увидеть. Только нужно быть очень внимательным, маленький ежик. И старый филин показал куда-то вверх. Чуха посмотрел туда, куда указывал филин, и увидел глубокое ночное небо, украшенное звездами. Оттуда из самой вышины все еще медленно падали снежинки. Казалось, что они несут на землю волшебные сны и чудесные сказки. А еще казалось, что снежинки превратились в легкий птичий пух. А может быть, это и был птичий пух? Может быть, это он укрыл землю одеялом? Ёжик хотел было спросить об этом у филина, но... Тише, тише! Сказал филин. Словно послушавшись его голоса, все вокруг замерло.
И тут, в самой высоте ночного неба, вдруг вспыхнул яркий свет. И в самом его центре появилась птица. Ах, как она была прекрасна! Ой, какое чудо! Тише, маленький ежик. Смотри, что будет дальше. Тем временем белоснежная птица спустилась совсем низко к земле. Казалось, что вместе с нею спускались на землю сама доброта и радость. Чудесная птица коснулась родничка, и в тот же миг вода в родничке заискрилась, засияла, и песня его стала такой радостной, что и маленький ежик, и филин, и даже старые ели почувствовали себя счастливыми. Только один раз в году бывает такое чудо, маленький ежик. Сегодня ночью все воды на земле, словно в сказке, становятся живыми. Даже несколько ее глотков прогонят всякую болезнь. Отнеси эту воду другу. Все так и случилось, как сказал филин. Медвежонок попил чудесной воды и тут же стал здоровым и веселым. Вот и вся сказка. Ой, здорово! Вот бы и нам найти такую воду, а? Да ее не надо искать. Завтра наступит такой день, когда вся вода на земле получит удивительную силу. И мы наберем ее и будем беречь целый год. И целый год она будет приносить нам здоровье и радость. Да, какой, оказывается, замечательный день наступит завтра, а? Да, завтра будет великий день на земле. И я хочу поздравить вас с ним, дорогие друзья, с праздником, с крещением. Да, но это будет завтра. А сегодня я желаю вам всем самых счастливых снов. До свидания, ребята. Всего вам самого доброго. Храни вас Господь. Всякая душа празднику рада. Детишкам в постели тоже ложиться пора. И всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях. Сказ...